Продолжаем выпуск. Почти 1000 человек приняла участие в ежегодном забеге Санта-Клауса в немецком городе Мехендорфе. Впервые мероприятие провели 14 лет назад участники местного бегового клуба. Тогда они хотели организовать особую гонку для семей на Рождество. Со временем забег стал настолько популярным, что в нем участвуют люди разного возраста. Они нацелены вдохновить людей на занятия спортом круглый год и в любую погоду. По словам организаторов, это крупнейший костюмированный показ в Германии. Приятно бегать в сообществе. Здесь отличная атмосфера, особенно зимой. Здорово, что в это холодное время года можно провести последний забег в этом году.